Всем привет! Идем в Меркадону. От Лидла показываю дорогу. Можно пешком пройтись, на машине быстрее будет. Но так как у нас времени много, просто гуляем. Я делаю видео. Напоминаю, мы находимся в Пуэрто. Пуэрто-Сантьяго. Отдыхаем тут. Вот такая сегодня погода. Утром было много облаков, даже пока по какой-то дождик. Но сейчас все нормально. Даже если какой-то маленький дождик или облака, все равно очень тепло. Вот сейчас нам нужно подняться в горы и вот памятник. Если налево идти, то будет можно дойти до форта и пляжа, но мы идем направо. Вот сюда мы идем. Тут прекрасная дорожка, по которой можно идти. Ящерицы на солнце греются. Если видно, вот носятся по дорожкам друг за другом. Там вдалеке тоже большие такие крупные. Вот еще. И кактусы. Все ухоженно, поливается. То есть вот ящерица. А мы пойдем еще выше. Тут можно посидеть, полежать, отдохнуть. Ну вот мы тут прошлись минуты три, забрались наверх. Мы когда-то хотели в одном из этих комплексов купить квартиру, вернее дом. На то время оно стоило 250 тысяч евро со всем оборудованием, кондиционерами, холодильниками, но без мебели. Значит, что там было? Там был мраморный пол, мраморные лестницы, мраморная полностью отделка. Шикарный был комплекс. Вернее, он и есть. Но на тот момент они его заморозили. И когда, ну, когда мы вот начали узнавать, будет он работать или нет, и пустят ли его в эксплуатацию, потому что ни света, ничего не было проведено на тот момент, мы узнали, что пока ничего. То есть с того времени прошло уже в районе 4,5-5 лет. И вот начинает он только возрождаться. Так что если бы мы вложили бы в то время деньги, мы бы только где-то вот сейчас или на следующий год смогли бы там поселиться. Потому что сейчас делают кондиционеры только на данный момент. И, ну, жить этот комплекс будет, я вижу, он будет работать. Тут то, что успели выкупить раньше, они рабочие. Остальные нет, все стоят на продажу, на аренду и на все такое прочее. Когда строительство замораживается, это ты сидишь в неопределенном состоянии. Ты не знаешь, ты засовываешь деньги и не знаешь, когда ты туда сможешь заехать. Нас это не устраивает.
поэтому мы от этой затеи отказались. Ну, вот сейчас мы прошли вот этот вот комплекс, и нам нужно повернуть, вот снизу мы шли, там Лидл, значит, минут 5 ходьбы до этого места. И сейчас мы поворачиваем вот этот поворот налево, откуда вот машины только что выезжали. Вот сейчас выезжает Volkswagen Renault. Мы идем вот в этот поворот. И должны подняться наверх. Идем в первый раз, приблизительно посмотрели, как пройти, поэтому будем искать. Если вам интересно, оставайтесь с нами. Ну, а мы продолжаем свой путь по вот этой крутой дорожке. Ничего, пройдемся. Сейчас не сильно, как бы жарко. Вот так, идем наверх. Вот комплекс этот, про который я вам рассказывала. У них свои гаражи, своя небольшая территория перед домом, ну и полностью оборудованы. Тут 2-3 спальни, в зависимости от того, что выбираешь. И прекрасные терраски, на которых можно загорать. Ну, а если кому охота идти на пляж, то это уже немножко сложнее, потому что спускаться к пляжу можно вниз, да, с горочки, но с пляжа уже придется в гору подниматься. Вот мы сейчас прошли вот это вот расстояние. Идем дальше. А вот и Меркадона виднеется. То есть это совсем недолго идти. От Лидла легким шагом прогулочным. Минут 10. Ну вот мы уже тут. Вот и Меркадона. Паркинги возле магазина практически пустые. Ну и сейчас мы зайдем в этот магазин и посмотрим, что там есть. Скорее всего, обзор с Меркадона я делать не буду, потому что очень часто запрещают снимать именно тут Меркадон.